Вау! Это было круто! Это не то, что круто, это отвал! Бро, я в машине, но хлопать тебе буду стоя. Максимально экспериментальный выпуск. В этом видео я решил сделать пародии на известных и достаточно известных гитаристов из чат-рулетки. Не надо искать в этих пародиях точную схожесть. Я сделал, как сделал. Судить вам, и в этом выпуске я буду петь. Привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Как твои? Да я ничего, сижу, играю людям на гитаре. Классно, мне сыграешь? Сейчас. Прикольная кружка. О, классно. Так, я играю не профессионально, не надо думать, что я профессионал, играю, как играю, хорошо? Хорошо. Ну, я недолго занимаюсь, поэтому... Только начал заниматься, да? Да. Я когда училась играть на гитаре, сломала все струны. Да? А ты долго играла? Долго? Один день. А, один день. Как сломала, так и поняла, что это не мое. На самом деле, я лучше играю, что-то переволновался. Там. Ты так смотришь на меня, мне немного волнительно. Не волнуйся. Могу попробовать еще раз сейчас сыграть что-нибудь. Попробуй. Всем привет! Спасибо, что смотрите мои ролики. Не забывайте подписываться. Чем больше просмотров под роликами, тем больше у меня желания и настроения делать новые ролики. Поэтому смотрите и подписывайтесь. Очень часто я работаю с PDF-файлами, особенно при написании сценария к роликам. Уверен, каждый сталкивался с проблемами при работе с PDF. Кто-то там тебе что-то скинул в PDF-формате, и ты хрен что это отредактируешь, что-то там надо искать какие-то сайты, чтобы это там как-то переформатировать. В общем, Wondershare PDF Element максимально упрощает работу с PDF-файлами, а самое главное, делает саму работу очень качественно. С PDF Element вы сможете создавать PDF-файл из абсолютно любого формата, редактировать в нем текст, добавлять фотографии, подрисовывать очки с усами самому себе, а также конвертировать сам PDF-файл практически во все форматы Word, Excel, PowerPoint и так далее, и открывать их без потери качества и шрифтов. В общем, полный набор инструментов для создания, просмотра, редактирования и конвертирования. В конце можно даже подпись поставить и установить пароль. Эта программа будет полезна как в учебе, так и в работе. Также приложение есть на iOS и Android. Скачивайте и делайте сложные вещи просто. Ссылка в описании. Привет. Ты такая красивая. Спасибо. А сколько тебе лет? Сколько дашь? Только не переключай, когда я скажу нормальный возраст. Пожалуйста. Не знаю, там 16. Не 14. 14. Все равно ты такая красивая. Ты играешь на гитаре, да? Сыграешь что-нибудь? Знаешь Валентина Стрыкола? Да, знаю. Я пью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. Я не могу стать читать мне женщин и детей. Ведь неправильно я знаю, но пью женщин и детей. Я самоутверждаю свой. Ты молодец, красиво играешь. Так же, как и выглядишь. А можно я сыграю что-нибудь на гитаре? Ты Нирвану сказал, что ты слушаешь? Знаешь, да? Тогда я думаю, я сейчас играю в аранжировке, в которой ты еще никогда не слышала ее. Ну-ка.
К чему я стремлюсь. Спасибо, спасибо. Ну, у тебя все получится, у тебя все впереди еще. Ты молодая, красивая. Привет. Приветик. Как твои дела? Да, пойдем, у тебя как? Ну, что, нормально, что делаешь? Ой, я что делаю? Сижу, как видишь, чат рулеточки. Чат рулеточки, прикольно. Что, у тебя дела хорошо? Да, нормально, мама творог сделала, кушаю. Ну, это мило, мило. Да. Мама вообще святая женщина. Моя мама самая лучшая. У меня тоже. Может, у нас общая мама? Возможно, кто знает. Ну ладно. Спеть тебе что-нибудь? Да, довольно. Строго не суди меня, хорошо? Как умею. Да, конечно, конечно. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. На самом деле говорят, что я плохо пою. Ну, я понимаю свой уровень пения, что... Так, ну, кто говорит? Не, хороший уровень. Ну, я не знаю, я просто сама не знаю, что мне шарю. Прям супер, не супер. Ну, просто, знаешь, типа, вот приятно слушать, да, приятно. На самом деле у меня лучше получалось. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Я так знала, что лучше будет. Ты, наверное, какой-нибудь блогер, да? Да нет, на самом деле. Илюха, привет. Привет. Чё, как дела? Да ничего, нормально у тебя как. Отлично. Чё скажешь про Волгоград нам? Ничего, живу я в нем. Кто-нибудь сейчас вообще понял, что произошло? Напишите в комментариях, как они так резко поняли, как меня зовут и от какого я города, потому что по распознаванию лица они бы вряд ли успели бы это сделать, так как мы даже, ну, я только к ним присоединился, секунды не прошло, они мне сказали: «Илюха, привет». Очень странно. Да. Ага, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А что же вам сыграть-то? На ваш вкус. Да. Thank you.
Супер. Ой, супер. Все. Спасибо, девчат, вы такие прикольные. Спасибо, что меня послушали. И вообще, здоровья вам. Вы с какого города? Просто так интересно. Красноярск. Красноярск. Волгоград. Господи, в Красноярске сколько сейчас там уже? 22-й год идет, наверное. Вы же далеко находитесь по часовому поясу. Сколько уже времени? У нас уже первый час, 20 минут первого. Спать ложитесь, что вы тут? Да, мы сейчас посидим. А то вы тут сейчас тут насмотритесь еще, ой-ой-ой, на много кого. Да, но я думаю, вы уже нагляделись. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо. Как будто бы это автоответчик в каком-то Сбербанке сейчас мне ответил. Многие так говорят. А можете сыграть что-нибудь на гитаре? Я сам немного играю. Это было круто, это не то, что круто, это отвал. Бро, я в машине, но хлопать тебе буду стоя. Спасибо, спасибо, спасибо. Ложка творога за вас. Офигеть. Считай, что вот он играть вообще не умеет, если смотреть на вас. Сань, да, я знаю. Играть-то, может, и не умеет, зато похож на Майкла Джексона до операции, смотри как. Это реально, это божественно, это настолько круто, я даже не знаю, как это описать. Это реально самый высший уровень, который я видел в своей жизни.